Вы накладываете, вам очень много еще всего. Вот это номера подпишу. Я не знаю, что вы там подписываете. Здесь нахожусь я с 22 декабря 2014 года. Шить научилась здесь, на фабрике. Как вам вообще нравится здесь работать? Как-то разнообразит будни? Да. Куда тратите заработанные деньги? Мы продукты питания покупаем. То, что зарабатываем, отовариваемся на ларьке, покупаем то, что необходимо нам. Пойдем. Давайте еще туда подальше. Я старший повар, помощник мастера, у нас заведующий столовой. Ну, занимаюсь, смотрю за качеством приготовления пищи основных поваров, у нас 4 смены. Естественно, тоже беру пробы, все вот такое вот. Что все правильно было. По норме, что норма сама, само качество пищи, по соли, все вот такое, вкусовые качества. Все точки, конечно, прошла, начинает с картошки, мойка, все это. А потом, естественно, я уже стала старшим поваром. Все это у меня, на мне есть закладка с оперативными сотрудниками, я работаю, все, закладки проводим, маргарина, вот такое все, основное масло, такое молоко, все это вот. Продукты в основном на мне вот такие. Он трамш, он хороший, идет, он оставит. Я хочу, чтобы вы туда смотрите, что он не хочет в кадр, да? А вы на меня идите. Есть такие, которые вот мы создаем специально. Ну это продукты им передают, покупают, это да. Это вот, да, холодильники, продукты их, которые они хранят здесь. У каждой есть своя ячейка в шкафчике, которые хранятся, индивидуальные гигиенические какие-то предметы для приема пищи. Подписано у каждой, да, из них. Вот вы видите, что в этом отряде в комнате приема пищи есть микроволновые печи, электрические чайники. Шкафчик можете открыть, если вам. Ну, в общем, да, здесь везде. Допустим, законом Божьим, может быть, я другой диванчик перевести. Не кусачи, говорят. А у каждой осужденной своя тумбочка. Гигиена индивидуально, тумбочку я вам открывать не буду. Денег, когда условно-досрочное освобождение, движение всевозможные там по свиданиям. Те любят очень фантазию, приключения и любовные романы. В основном это, ну, у нас очень их много, 850 только книг у нас фэнтези. Сейчас мы получили 120 книг вообще новых. Очень хорошо читают душевную литературу, то бишь люди, которые верят в Бога, очень будут эти хорошо книги, очень пользуются. И мы просили, сейчас нам привезли 120 штук, батюшка тоже очень принес много литературы, и очень девочки, очень все ударились, как бы, все верующие. Но очень хорошо, девочки очень много читают, очень. Литература очень хорошая в библиотеке, 10 тысяч 644 книги всего в наличии. Где Короленко еще, да. По территории, да. Отец Олег, представитель Богоявленского крещения, и исповедь, и крестный ход. Я была верующим человеком на воле, но как бы, ну, по праздникам ходила в церковь, но больше, конечно, пришла уже здесь. Здесь, ну, прям чувствуется отдушина, и прям переступаешь порог церкви, и уже, ну, как попадаешь в совершенно другую атмосферу. Проживаю.
добровольно сами или вызываете вы? Дарина, здание. Это можно находимся, да. Какая-то... Национальная неустойчивость присутствует у осужденных, да. Но непосредственно это бывает эпизодически, зацикленность, ну, застревающая, как мы типа говорим. То есть бывают эпизоды, когда женщина в совершенно спокойном состоянии. Это зависит и... Конечно, и от наличия заболевания это зависит, также зависит от каких-то событий жизненного плана, событий буквально мимолетных. Расскажи, вольная.